следующую часть пути. Идем по Лахасти. Вот она маленькая. Впереди церковь. Это село Лахасти. Вот восстановили мост, как мне сказали местные жители, через Лахасть. Теперь можно на машине доезжать до деревни Рохлина. Вот она там виднеется. Если я правильно сориентировался, пошла дорога на Калинина, старый торговый тракт, который соединял дорогу на Суздаль, Ярославль, и здесь была дорога на Ростов. Огромные грибы. Вот для сравнения, кулак с кулак, эти еще больше. Иду через мох, все заросло, такое болотистое место. Вот эта дорога, которая тоже заросла мхом. Дорога, по которой я иду, пересеклась с другой дорогой. Смотрю по карте, по компасу. Вот это направление более правильное, более соответствует. Буду идти по этой дороге. Лесная речка, темная-темная вода. Вот вышел на пересечение дорогой. Вот моя дорога, по которой я иду. А вот эта вот прямая, как струна. Ее называют местные жители железкой. И она указана на карте. Она идет с Гаврилов яма и в сторону Лахасти, и, по-моему, Лахасть пересекает.
от Гаврилов ям 5,6 километров. Я на очередном перекрестке. Ориентируюсь по карте. Вот дорога на Калинина. Вот я иду от Лахости. Идут места, усыпанные муравейниками. Вот какая жизнь я. И слева и справа муравейники. Это я преодолеваю речку Ворга. Вот сделан мост. Уникальное место. И оно рассекается, тут болото. Но все-таки русло есть. Вот оно. Друзья, вот я вышел в деревню Калинина. А я заканчиваю свои репортажи. Считаю, что сегодня задача выполнена. Для двух дней это, в общем-то, хороший поход. С кострами, с палаткой. Мне понравились очень красивые места. По берегам двух рек идти очень здорово. Я прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире и на маршруте.